наступила осень. Улетают птицы, листья пожелтели, тучи прилетели. В городе все хмуро, а в лесу-то сказка. В золото оделось все вокруг. Нарядно, и грибы растут здесь, и орехов много. Листики сияют, капельки играют. Мы вернемся в город, за окном все хмуро. Поиграем в лего? Будет лес наш чудо. И устроим дождик, будет все как в сказке. Поиграй-ка с нами, это так прекрасно. Мой юный друг, осенью солнышко прячется от нас и наступают затяжные дожди. Я предлагаю тебе устроить дождь своими руками с помощью лего-конструктора. Для этого нам понадобится вода, краситель, пипетка и лего-пластина. В стакан с водой добавим краситель и тщательно размешаем. Возьмем пипетку и заполним все отверстия в лего-пластине. Теперь перевернем лего-пластину. Смотри, вода не выливается. Теперь устроим дождь. Давай постучим по лего-пластине. Смотри, какой сильный дождь у нас получился. Вот это да! Вот это чудо! Давай с тобой разберемся, как у нас получилось сделать такой фокус. При заполнении отверстия в лего-пластине водой, вода внутри принимает изогнутую форму. Капли воды создают поверхностное натяжение. И именно поэтому, когда мы переворачиваем пластину лего-конструктора, вода не протекает и не выливается. Однако, если мы применим силу, постучим рукой, капли перестают держаться друг за друга. Теряют натяжение, поэтому весело и дружно летят вниз, а у нас получается дождик. Юный друг, после дождя в нашем лесу везде должны быть капельки. Ты согласен? Давай возьмем пипетку и заполним отверстия у лего-деталей. Посмотри, отверстия можно заполнить по-разному. И в этом случае тоже действует закон поверхностного натяжения воды. Именно поэтому, наполняя отверстие с горкой, вода не выливается. У нас все получилось! Смотри, какая красота! Как здорово мы провели время! До новых встреч!